Кажуть, що ми живемо у світі комунікацій, але варто було б казати у світі маніпуляцій. Капелюхи з фольги, довокуватий вигляд та купа різних історій про все не так просто. Вважаєте, прихильники теорії змови виглядають саме так? Насправді ні. Це кліше вже зовсім не актуальне, адже сучасного конспіролога вже майже не відрізнити від інших людей. Тож, хто або що змушує нас вірити у найбезглуздіші теорії змови? Які з них наразі є найпопулярнішими? Та чому останніми роками вони мають дедалі більше прихильників? Масони, вакцинація, чіпірування. Ну, це нереально. І, може, як я ще вважаю, що це як наперед продумано, що зараз це перший етап, тільки там через 2 роки будуть вже 10 раз нас вакцинувати, і на 10-й раз, коли ми вже підготовимося до цього, можна буде з нами робити все, що угодно. Ну, лучше так не думать. Лучше жить сьогоднішнім днем. Ухудшення, що буде хуже ловити Wi-Fi. Це мене розсмішило. Поскольку работа моя связана как раз с этой сферой, я понимаю, что это полнейший бред. Хуже будет ловить Wi-Fi из-за чего? Из-за чипа, то есть вакцины, которую нам внедрили в организм. Это будет, да, ухудшать сигнал Wi-Fi. Не знаю, каким образом это будет влиять, но все же есть и такие теории. Чипы есть и сейчас вшивают их там. Показывали даже на практике, рука там... Без ключа может открыть дверь и так далее, и так далее. Это есть, но они будут, конечно, совершенствоваться. Для этого время нужно. Вот, и прочая наука, она действительно развивается сейчас очень быстро. И все, это да. А там инопланетяне, я думаю, нет. Это пока я в это не верю. Таємний світовий уряд та масони. Небезпека ГМО, НЛО. Плоска земля, вишки 5G та масове чипування. Усю цю конспірологію можна поєднати загальною назвою – теорія змови. Поняття, яке вживають щодо різноманітних версій, що пояснюють певну соціально, політично чи історично значущу подію як наслідок таємного плану групи впливових людей чи організацій. Давайте начнем по порядку. Что может быть с точки зрения социологии, как выбрать определение теории заговора? То есть это предельно упрощенная объяснительная схема. Есть некая организация, есть некая власть, да? И обязательно она должна быть, это должен быть такой ограниченный социальный тип, вроде бы как элита, да, очень часто говорят, что это теория заговора, это теория элит. И еще об этом самой организации, слое, об этой элите, об этом сообществе должно быть известно, но это знание должно быть ограничено. Мало того, во многих случаях окончательное, полное знание не может быть получено. За последние лет, наверное, 10, благодаря интернету, ну, в кавычках, скажем так, в массы попало огромное количество конспирологических теорий, которые просто как снежный ком попали в голову очень многим людям. И они, в общем-то, верят одновременно про серых пришельцев с Нубиру, в тайное правительство масонов и рептилоидов и химтрейлы. Но это сейчас вообще очень модная тема. Там буквально вчера появилась новость о том, что один из депутатов областного совета написал о распылении химии над Одесской областью. И это опять же показывает, что люди, наделенные определенным доверием населения, да, на секундочку, депутат областного совета, он постит фейки американские, которые появились там, и не имея там кучу последователей в начале нулевых. То есть вот он добрался до Детской области в виде этого депутата. То есть мы видим деградацию просто образования, доверия к институту власти, потому что этим депутаты, я скажу, что не чиновники, но там тоже эта категория есть, они подрывают веру населения в какую-либо правду, проверить ее можно или нет. Потому что количество фейков, которые генерирует интернет-пространство, оно настолько велико и настолько бывает некоторые правильно сделаны, что даже нам, расследователям, тяжело бывает выяснить, правда это или нет. Якщо навіть журналісти-розслідувачі не завжди можуть швидко відрізнити хибну інформацію від правдивої, а народні обранці розповсюджують фейки, то що ж казати про пересічних громадян? Тим паче, що з 2020 року ми живемо в ідеальному для теорії змов середовищі – у часи пандемії. Невизначеність, страх захворіти та боязнь за близьких, ізоляція, привид економічної кризи – це перелік базових факторів, які виникли одночасно та підвищили рівень стресу до максимуму.
чувство бессилия – это самое, одно из самых таких неприятных чувств. Поэтому наш мозг, по сути своей, защищается. Он начинает думать по поводу каких-то заговоров, по поводу того, что это власть, по поводу того, что это фармкомпании или какие-то еще другие моменты. На самом деле мозгу так думать проще. Почему? Потому что тогда появляются другие эмоции. Злость, раздражение, ну, возможно, обида. Эти эмоции пережить нам намного легче, чем ощущение бессилия. Плюс еще люди, они склонны к тому, чтобы контролировать ситуацию. И когда сейчас в эпоху COVID-19 на самом деле четко контроля ситуации нет. Почему? Ну, потому что мы слышим вот по поводу, например, даже вакцинации. Люди хотят только 100% защиту. Они ожидают, что им скажут, что вот вы провакцинируетесь, 100% вы болеть не будете. Но на самом деле 100% никогда не бывает. И это очень верно, что не говорят о 100%. Говорят, 97% не будет тяжелого течения, там, или 95% вы не будете лежать в больнице. И это уже очень много. Но люди почему-то наши склонны к тому, чтобы только дайте 100% гарантию. Почему так происходит? Потому что люди хотят контролировать ситуацию. Згідно з торічним дослідженням лондонських вчених, люди, які отримують більшість новин із соціальних медіа, частіше ігнорують повідомлення уряду про заходи безпеки та вірять теоріям змови про пандемію. Показовий приклад цього – історія з масовим поширенням у соцмережах інтерв'ю італійського професора Стефано Монтанарі. Останній запевняє глядачів, що на кінець березня 2020 року від коронавірусу в Італії померло тільки 3 людини. Офіційні дані, де зазначено понад 12 тисяч померлих, він пояснює корупцією в італійській медицині. А саму пандемію – світовою змовою з метою нажитися на вакцинах і ввести загальну вакцинацію. Попри численні спростування заяв Монтанарі, його відео не заблокували. І певна категорія людей і досі їх поширює та вірить у них. Чому ж вони так роблять? На думку вчених, річ у сугестивності – схильності людей до психологічного впливу з боку інших. Ті, у кого вона підвищена, легше заражаються чужим настроєм та звичками, підкорюються вказівками і порадам, навіть якщо вони суперечать їхнім власним переконанням та інтересам. За словами фахівців, на сугестивність людей великою мірою впливає авторитет того, хто транслює певну інформацію. Харизматичний вчений у офіційній обстановці із яскравою промовою вже майже автоматично викликає довіру у слухачів. Чи може авторитет спікерів викликати зміну погляду у людей, які їх слухають? Ми вирішили це перевірити за допомогою експерименту. На наше прохання шестеро добровольців спершу висловили свою думку щодо обмежень, пов'язаних із переходом Одеси до червоної зони карантину через COVID-19. Я считаю, что в данный момент это немножко не актуально так жестко ограничивать, потому что очень странно, что летом у нас все было хорошо, и почему-то корона у нас спала, хотя все гуляли, а сейчас почему-то все болезни у нас почему-то пропали, и сейчас всем ставят только корона, корона и корона. Я считаю, что ковидные ограничения – это максимальный абсурд. Потому что нас запретили ходить в заведения, но мы встречаемся рядом же в продуктовом магазине. Какие-то минимальные ограничения, они имеют право быть. Но то, что происходит сейчас, это уже немножко переходит какие-то грани и задевает, наверное, какие-то наши права. Безусловно, против, потому что нету никакого контроля как такового. Есть просто вот, людям поставили задачу, вы либо выполняете, либо мы вам делаем ультиматум. Касательно ограничений, они, разумеется, утрированы. Можна було обійтись менш жорсткими мірами, однозначно. Потім ми запропонували учасникам експерименту послухати виступ двох експертів, які також готові були відповісти на питання добровольців про коронавірус та знову висловитись щодо вказаної теми. Одна із перших статей Конституції України говорить о том, що чоловік, його життя і здоров'я являється найвищою соціальною цінністю. Соответственно, всі міри, які повинні приміняться государством, повинні бути направлені іменно на життя і здоров'я кожного конкретного чоловіка, который проживает в данной стране.
Соответственно, каждый из нас наделен какими-то правами и обязанностями. Вот как раз права и обязанности, которыми нас наделяет не только Конституция, но и специальные законы, это и в сфере эпидемического благополучия в том числе, она говорит, что можно ограничивать наши права, либо устанавливать дополнительные обязанности только в двух случаях. Первое – это введение чрезвычайного режима и при военном положении. Посмотрите, на сегодняшний день у нас не введен ни чрезвычайный режим, ни военное положение. Но при этом у нас на сегодняшний день принимаются очень много нормативно-правовых актов, которые как раз ограничивают наши с вами права. Куда нам ходить, в каком виде нам ходить. И очень удивительно, что еще не устанавливается комендантский час, хотя вы знаете, что за рубежом и были и такие прецеденты, да? Я понимаю диссонанс, да, немножко в сознаниях, но тем не менее у нас вакцинировано сегодня около 16% населения. Из них, ну, ни для кого не секрет, что, ну, треть точно это купленные сертификаты. То есть остается у нас 10% в лучшем случае. Для формирования общественного иммунитета, да, нам нужно достичь цифры 70% хотя бы минимально. По-другому мы никак не разорвем цепочку. То есть нам нужно максимально ограничить контакты людей между собой. Понятно, что магазин – это жизненно необходимое средство. Да? Мы не можем лишить людей возможности покупать продукты. Но какие-то развлекательные мероприятия, где будет дополнительный лишний тесный контакт, это можно и нужно ограничивать. У підсумку експерименту, що тривав майже годину, лише один з шести добровольців частково змінив свою точку зору. Водночас усі учасники зізнались, що зустріч з експертами була корисною та дала змогу краще зрозуміти різні аспекти непростої теми. Цікаво, що саме брак інформації, на думку фахівців, є одним з вагомих факторів, що провокують у людей симпатію до продуктів конспірологічних теорій. Хоча донедавна вчені вважали, що психопатологічна природа конспіративного мислення пов'язана із психологічним розладом, параноєю шизоїдного типу. Проте соціологічні дослідження вчених з Чикаського університету США у 2014 році показали, що 50% американців підтримують принаймні одну з теорій змови. А це занадто велика кількість для того, щоб пояснити віру у конспірологію параноїдальною шизофренією. Коли от така нестабільність і стрес, то, звісно, свойства психіки чоловіка знайти неке об'яснення. Причому желательно, щоб це об'яснення було як можна проще. А просте об'яснення завжди в смутні времена – це пошук некоєго врага, некоєго такого, желательно одного или нескольких человек конкретных, которые все это затеяли. Это похоже уже теперь скорее на диагноз, психиатрический, который называется параноидное состояние. Вот это параноидальное состояние, оно присуще как раз инфантильным личностям, те, которые склонны обвинять. Ну вот ребенок, он во всех своих приятных и неприятных ощущениях, он их все приписывает мощным, сильным взрослым, то есть своим родителям. Вот мы себе тут живем, и нас так приучили, что кто-то все время за нас отвечал. Ну, 30 лет тому назад ясно, кто за нас отвечал. Так мы ждем, что и сейчас кто-то. Почему мы так надеемся? Вот, а вот хороший придет, самый главный, и вот тогда будет нам счастье. А вот там какое-то соберется хорошая Верховная Рада, и вот тогда будет нам счастье. То есть как будто бы от там 450 этих людей вот сразу тут раз, и нам все счастье придет снаружи. Опять же детское такое. Если уже рассматривать патологию, нужно, наверное, в первую очередь сказать о том, что у нас есть лимбическая система и префронтальная кора. Все, что связано с тревогой, с страхом, с какими-то предрассудками, с мистикой, все это быстрее всего сосредоточено в лимбической системе. Она на самом деле более древняя. Затем в процессе развития у нас развивалась уже кора и префронтальная кора, которая склонна к анализу информации. То же происходит, например, у тех пациентов, у которых возникает бредовое расстройство. То есть сначала у пациента появляется тревога, напряжение, ощущение, что за ним, возможно, следят, такое недоверие к другим людям. Все это формируется где-то на уровне мезолимбической системы и возникает вследствие того, что там повышается уровень
конкретно нейромедиатора дофамина, согласно дофаминовой теории. Затем он начинает смотреть вокруг. Ему действительно уже начинает казаться, что все только так. Он начинает уже туда какие-то факты приплетать к своему бреду. Если кто-то не так на него посмотрел, это потому что, например, там он какого-то особого происхождения. Или он увидит камеру, обязательно эта камера должна следить за ним и так далее. И затем из паранойи формируется параноидный бред, и все это может быть вследствие одним из признаков, например, той же шизофрении. Это несколько другое. Если рассказывать о вот этих вот таких, вот, знаете, социальных теориях заговора, здесь в первую очередь это возможность людей контролировать ситуацию. То есть они таким образом ощущают, что ну ничего, все под контролем, вот мы их поругаем власть, вот мы поругаем фармкомпании, вот мы поругаем американцев, им становится немножко легче. Психологи зазначають, у стресових ситуаціях люди нарідко втрачають можливість критичного мислення та всебічної оцінки інформації, яку вони бачать в інтернеті, по телевізору чи чують від інших. Саме тому повідомлення, засновані на страху, давно використовують у маркетингу та рекламі. Підживлення паніки формує дефіцит. Твердження про замовчування існування ліків допомагає продати будь-яке плацебо. Медіа та блогери отримують трафік, а певні політики чи бізнесмени дискредитують конкурентів. Інший момент, який зараз прослідковується на сьогодні, це тема вакцинації. В інтернеті досить багато фейків, досить багато вкидів інформаційних, де просто закинута інформація і, знаєте, інформація про побічку від будь-якої там вакцини розганяється набагато швидше, чим взагалі користь і позитивна якась новина. Тому що люди зазвичай чомусь вірять ось таким новинам і потім настрашуються і не йдуть на вакцинацію. У нас є поняття, знаєте, держави як цілісного організму. Тобто, щоб його зберегти, треба, можливо, єдиний на зараз шлях – це вакцинуватися. Але транснаціональні корпорації там інших країн, у яких є своя вакцина, є своє бачення, вони намагаються нав'язати нашій державі, іншим державам свою вакцину, тим самим дискредитуючи вакцини інші. І, знаєте, в гонитві за ринками збуту вони намагаються дискредитувати кожну компанію конкурента, ну, якщо можна так назвати. Але ж оця дискредитація, вона в загальному плані впливає на фон взагалі вакцинації. Тобто і на вакцину тих людей, які ж і провокують ці фейки і інші вкиди. Але ж і ці фейки продукують так само інші країни, ну, які недобросовісні, недобропорядні сусіди, які в нас є, якщо так сказати толерантно, то це, знаєте, свого роду укол уряду України, владі взагалі в цілому, що от не справляються. Хоча насправді це весь світ не справляється, тому що ніхто не очікував таких ударів і по економіці, і по людям, і по всім іншим речам. Считається на даний момент, що от нова конспірологія – це часть огромної когнітивної війни, яку її називають зараз. Суть її в чому заключається? Якщо ти, наприклад, на русском пишеш «вакцинація», перше слово вилізе «зло». А если ты будешь брать на английском vaccination, то оно будет какие-то варианты вакцинации. Есть теория такая, опять же, теория, что эта информационная война, она направлена на русскоязычных людей бывшего Советского Союза, грубо говоря, что она там, ее делают западные спецслужбы и прочее, прочее. Но, возможно, это просто баловство хакеров. Эту тоже теорию можно рассматривать, и она вполне себе имеет право на существование. Но это вот одна из самых сильных как бы ударов по доверию, опять же, людей. Потому что люди пожилые, они привыкли верить. Внимание, там, вакцинация то-то, то-то. То есть она напичкана максимальным количеством вот этих, знаешь, играющих, работающих крючков и приемов в НЛП и, грубо говоря, в текстовом в этом файле, что люди начинают не доверять, например, людям, которые говорят, вакцинироваться нужно, это спасает жизни. Прочее, прочее. И это огромная сейчас проблема, потому что если ее упустить, то мы реально потеряем население, которое верит в то, что пишут в интернете, массово верит, потому что когда-то они верили печатным изданиям. Борис Григорьевич Херсонский, известный психоаналитик, он выложил пост такой коротенький, значит, смысл такой, спокойствие в отличие от страха не передается вирусным путем. То есть спокойствием невозможно заразиться, в отличие от страха. Вот если вот эта истерия массовая, да, один человек, два боится, да, то они своим страхом заражают остальных. Это паника, она распространяется. И есть ведь такое понятие, опять же, в психоанализе, оно называется психология толпы. То есть там совсем другие законы начинают действовать. В толпе
люди обычно регресируют в детство. Цікаво, що термін «теорія змови» сам є предметом теорії змови, яка стверджує, що його популяризували в ЦРУ з метою дискредитувати та зробити об'єктом насмішок тих, хто вірить у неї, зокрема критиків комісії Ворона. У своїй книзі 2013 року «Теорія змови в Америці» політолог Ленс Хейвен-Сміт припустив, що цей термін увійшов в повсякденну мову в Сполучених Штатах після 1964 року, коли комісія Ворона опублікувала свої висновки щодо вбивства Кеннеді. Втім, на думку соціолога Олени Фостачук, усе розпочалось набагато раніше, ще під час Великої французької революції 1789-1799 років. Перша відома теорія заговору, я спеціально справлялась, це теорія о том, вернее, об'яснительна схема о том, що масони організували, завершили и воспользовались, соответственно, плодами Великой Французской революции. На основании чего это было сделано? На основании того, что многие как бы, революционеры, многие деятели всех направлений так или иначе состояли в достаточно известной французской ложе «Великий Восток». Кто ее создал? А создали ее католические историки. Почему? Потому что они эту самую Великую Французскую революцию ненавидели. Но почему это прижилось? Потому что переживание вот в ту эпоху вообще этого хаоса, трагедии, войны, оно порождало в умах людей такой хаос, такую жажду структурации и такую жажду объяснения, что даже сподвигло не только на возникновение теории заговора, а и на социальной теории. А на думку доктора історичних наук та письменника Віктора Савченка, який вже багато років досліджує тему теорії змови, конспірологія виникла ще раніше та була пов'язана із тамплієрами. Уже в 13-14 веке виникає конспірологія, і я думаю, що в основі теорії заговорів лежала как бы мнение римского папы, который хотел узурпировать практически всю духовную жизнь Европы. Да, и одна из первых теорий заговоров – это теория тамплиеров, да, или дело тамплиеров, где им приписывалось сатанизм, где им приписывалось поклонение дьяволу, какие-то магия, мистика и так далее. Хотя это были действительно рыцари храма, рыцари христианского ордена. И, кстати, римский папа поначалу не хотел раскрывать это дело. Это был такой король Филипп Красивый, французский, который положил глаз на богатство тамплиеров. Да, то есть, в принципе, в основе, о чем я хочу сказать, что в основе теории заговоров лежит экономическая составляющая – деньги. Ще одна відома теорія змови пов'язана із масонами. За словами історика Віктора Савченка, Одеса у її поширенні зіграла далеко не останню роль. Одеса – это, можно сказать, центр теории заговоров, хочу сразу сказать. Да? И в Одессе возникла книга, в том числе человека, который долгое время жил в Одессе, Нилуса, протоколы сионских мудрецов и же с ним подобная литература. В создании этих произведений участвовали как деятели из Одессы, так и деятели из Кишинева, некий Брашеван, некий редактор кишиневских газет, где как раз в 1903 году произошел известный еврейский погром. Наша публика будет еще больше удивлена, что впервые теория заговора, связанная с масонством, возникла в Одессе во второй половине 20-х годов 19 века. Некий Магнитский, бывший масон, он написал записку императору Николаю I о том, что в Одессе, в Кишиневе и даже в столицах проживает некое тайное общество, которое стремится изменить суть империи. Мы не случайно стоим возле бессмертного творения нашего филармонии, да, Бернардаци, которая построена, ну, насколько я помню, в конце 19 века. Но, тем не менее, она использовала в постройке этого уникального произведения использовалась и масонская символика. Да? Когда мы особенно смотрим на главный вход в филармонию, мы видим практически элементы главного входа в масонский храм. Две колонны, небосвод, который у масонов называется надир. А вот потом, если сверху посмотреть на филармонию, мы видим пирамиду, по-моему, даже немножко усеченную.
То есть ряд моментов, которые архітектор использовал. Серед безлічі конспірологічних теорій, звичайно, є і ті, віра у які здається зовсім нешкідливою. Як то думка про те, що Елвіс Преслі живий і зараз мешкає у штаті Мічиган. Однак фахівці наголошують, саме здатність теорії змови впливати на поведінку людей робить їх небезпечними. Тож перш ніж поширювати черговий фейк серед знайомих, є сенс запитати себе, що буде, якщо ця інформація стане вірусною? І люди насправді у неї повірять. Із романа Альфонса Даде, такий був реаліст французький 19 віка, «Королі в ізгнанні». Там був такий звичайний паризький буржуа, папаша Савадон. І от він був необразований, в молодості працював грузчиком, працював, сколотив состояние, большое, приумножив його, сохранив. І дійшов до того, що ушов на покой, продав бізнес і видав дочь за аристократа. Ну, хорошо. Дочь его не стыдилась, и она как бы пригласила, пыталась пригласить своего отца в свой салон, где говорили о политике, философии, искусстве вообще. И он как человек разумный, но не образованный, он понял, что у него нет знаний, он не о чем говорить. Он идет в Латинский квартал и находит там самого бедного философа, профессора, великолепного оратора, славящегося своим красноречием, и говорит ему: «Я тебе заплачу деньги, а ты меня снабди мнением, мысли мне нужны». Ну и философ его снабдил. Он снабдил его, а сам он, собственно говоря, разрабатывал достаточно стройную и достаточно радикальную ультраправую политическую теорию о королевской власти. И вот как бы наш герой, наш буржуа производит фурор. Мы говорим, вот у нас такой штамп есть, клише. Люди хотят информации. Не хотят они информации, они хотят мнения. Но как бы стоит вопрос, каждый решает, куда ему за этим мнением пойти. Якщо ж вам не імпонує роль жертви конспірологів чи політиків, фахівці радять проводити факт-чекінг новин, які ви отримуєте, перевіряти першоджерела та робити особистий аналіз достовірності тез, що там існують. І, звичайно ж, дотримуватись інформаційної гігієни, уникати третєсортних інформайданчиків із гучними заголовками та однобічним поданням інформації, та час від часу влаштовувати собі інформаційний детокс, тобто дні без новин та інтернету. Що ж, як то кажуть, якщо у вас діагностували манію переслідування, це зовсім не означає, що за вами ніхто не стежить. А якщо серйозно, то, на мій погляд, найкраща зброя проти будь-яких інформаційних маніпуляцій – це критичне мислення та здоровий глузд.